Хочу еще раз рассказать про черенки. Ну, я уже говорила, когда их заготавливают. Заготавливают черенки во время обрезки, но рано-рано, вот конец февраля, начало марта. То есть тогда, когда они еще абсолютно все почки спящие. И в таком состоянии их надо сохранить до момента прививки. То есть если вы храните их до мая, то понятно, что, ну, как их сохранить в таком состоянии, чтобы они не высохли. А это очень важно. Главное, чтобы они не подсохли. Так вот, где их хранить? Ну, в идеале вообще лучше всего черенки хранятся в естественных условиях, в снегу. Ну, а где снег взять в мае? То есть вы находите самое темное место, вот где у вас есть, как, где самый темный угол есть, тенистый, делаете там ямку, и пока лежит вокруг снег, набиваете эту яму полностью снегом и готовите крышку. На крышку сверху надо будет положить или сено, солому, какую-то сделать такую вот, чтобы оно как термос хранило там температуру, вот, но чтобы эту крышку можно было потом сдвигать по мере необходимости. И кладете на этот снег, прямо в снег кладете черенки. Но единственное, как бы, недостаток этого метода хранения – это мыши, которые приходят иногда полакомиться корой. Вот от мышей лучше все-таки положить какую-то отравленную приманку, потому что такие мышки сладкую кору тоже любят. Ну, а хранятся черенки до мая месяца – это идеальный способ хранения. Но если нет возможности вот такого способа хранения, то, в принципе, можно в темном углу просто в землю закопать. Можно сделать так, что положить их в коробочку с тырсой мокрой и закопать эту коробочку в землю. В темном месте тоже сохранятся. Вот. Но, конечно, может не до мая, потому что все-таки температура уже высокая, прогревается. Главное, чтобы это место не прогревалось. Ну, а если нет такой возможности, значит, сделать даже так, то можно, в принципе, если есть погреб, хранить в погребе в мокром песке. Значит, оборачивая, просто закопать в мокрый песок, это будет хорошо в коробке, или в мокрую тряпку потом в полиэтилен, это похуже. Почему? Потому что вот мы вынули сейчас, у нас так лежали черенки, тряпка сама и сами черенки были покрыты плесенью. И это недостаток. Вот сейчас мы такие черенки, мы их достали. Плесень, конечно, сразу ушла, потому что на солнце она сразу уходит. Но мы стараемся протереть каждый череночек, чтобы нигде ничего не оставалось. Почему? Да потому что, конечно, это будет влиять на приживаемость. Бывает, что хранить особо негде. Можно воткнуть пару черенков, ну вот однолетних вот этих приростов, в картошину. Но не нарезайте черенки сразу, потому что они срезы подсыхают. Вот, то есть полностью однолетние такие вот срезанные однолетние побеги воткнуть в картошину, и таким образом тоже можно некоторое время хранить. А как долго? Хотя это не лучший способ хранения на самом деле. Вот в песке лучше, лучше всего во влажном песке. Ну, до мая месяца таким образом точно не достоят. Если уже совсем вот негде хранить, ну негде, тогда можно в нижнем отделе, да? Под овощи, да, в нижнем отделе холодильника просто в мокрую тряпку обернуть и обернуть сверху полиэтиленом. Ну, тоже так можно поступить, хотя это тоже, это не лучший способ хранения. Ну, у нас хорошо хранились. Ну, вот, да, некоторое время можно, можно и так хранить. Ну, до мая месяца вот вряд ли. Вот. Ну и вот таким, то есть такие разные способы есть. Вот и в идеале все же хранить лучше всего это в снегу.
Вот нет лучше места, чем снег. Ну, в любом случае, протирать черенки перед тем, как нарезать их, лучше протирать, потому что пыль, грязь, все это будет, конечно, влиять на приживаемость. Кстати, ножи, которыми вы пользуетесь, это только для прививки. Колбаску, хлебчик, ими резать никогда нельзя. Почему? Потому что остается следы жир. Даже в небольшом количестве жир будет влиять на приживаемость. Кстати, когда вы режете, затачиваете черенки, за срезы руками, пальцами никогда нельзя хвататься. Как бы вы ни мыли руки, всегда следы кожного сала остаются, и это будет тоже влиять на приживаемость. То есть за срезы хвататься руками нельзя. Ну вот вы как хирурги, можно сказать. Вот, мало того, как хирург, трансплантолог. Значит, на растительном организме. То есть все должно быть чистенько. Ножи тоже должны быть чистенькие. Протираем вот, ну, желательно, да, протирать спиртом. Почему? Да потому что если какие-то где-то, ну, не везде же идеально режешь, где-то какие-то, может быть, вирусные заболевания, чтобы не переносить потом инфекции. Даже секаторы время от времени протирают для того, чтобы не переносить вирусные инфекции на другие растения. Вот. Вот таким образом мы готовим. А теперь я нарежу, просто положу в карман себе нарезанные уже череночки, чтобы потом не спускаться, я уже на дереве буду себе там делать карман прививку. Карман стерильный. Ну, да, стараться, чтобы карман тоже был стерильный. Вот. Во всяком случае, растительной инфекции там не должно быть. И таким образом мы сейчас я их просто нарежу. И вот обратите внимание, череночки, которые протертые, вот так они выглядят. Да, и да, те, да, которые не протертые, смотрите. Ну, вот конечно, вот пыль, таком... грязь, да, вот оно. Вот от плесени тот же. От плесени, да. То есть всегда есть, от чего лучше всегда протирать, чтобы там потом в ранку не попало песок. Все сказывается на приживаемости. Конечно, это все сказывается потом на приживаемости. И нарезаем череночки, уже которыми я буду пользоваться. Нарежу черенки. Нарезаем черенки. Черенки достаточно 2 почки. Не делайте 3 почки, потому что это увеличивает площадь испарения. А нам это абсолютно лишнее. То есть площадь испарения должна быть минимальная. То есть всегда нарезайте черенки на 2 почки. И этого вполне больше, чем достаточно. На 2 почки. Вот они, вот такие вот небольшие. То есть площадь испарения будет минимальной. Если даже я резанула где-то на 3, я потом, когда буду выстругивать черенок, ножом я срежу 3-ю почку. Так что оставляю только 2 почки. Этого больше, чем достаточно. Ну, таким образом, сейчас я нарежу просто побольше, чтобы потом на дереве уже... Не слазить с дерева. Да, не слазить с дерева. У меня был запас черенков в кармане, чтобы было проще. Выбираю там, где такие, ну, хорошо развитые почки. Там, где уже вот есть изъяны, я эти почки брать не буду. То есть хорошие, хорошие, да, вот нормальные, выполненные такие, наполненные. Чтобы наполненные, да, были почечки. Выбираю, но тут вот неважненькая, да, может быть, я этот черенок и брать не буду. Вот, буду так, таким образом, сейчас буду выбирать, где есть хорошие почки. И нарезаю себе черенки.